Жители Ленского района отметили СЭХ, который уже несколько лет подряд встречают на гостеприимной земле бичинчинского наслега. Как прошел праздник на главной обрядовой площадке района, расскажет Марина Крутихина. На главной обрядовой площадке Ленского района в поселке Бичинча отметили самый главный национальный праздник ИСЭХ. Яркий, красочный праздник кумыса и встреча восхода солнца. Праздник лета – настоящий якутский Новый год. Белый шаман в сопровождении юных невидных 8 девушек и 9 парней совершает обряд окропления жертвенного огня кумыса, вознося благодарность богам с просьбами о благоденствии и покровительстве. Her kılmışın tiyetten senle yürüs, götüs. Uruy bollun, aykal bollun, ağlısın çitigen. Еще один важный элемент праздника – хоровод Асохой, символизирующий круговорот солнца, жизни и объединение всех людей. Проживая на территории республики, невозможно, я думаю, все со мной согласились, не проникнуться в этой культурой, традициями предков народа Саха. То, что это был праздник дружбы, было видно невооруженным взглядом. Множество наслегов и национальных общин в праздничных убранствах своего народа украшали праздничную поляну. Нравится здесь, в первую очередь, содружество. ИСЭХ, как культ торжества и радости жизни, был праздником семейным. К нему готовились заранее. Каждая семья старалась заготовить необходимый запас праздничных угощений, кумыса и одеть лучшие наряды. А я с детства на ИСЭХе была, и поэтому я помню. Всегда наряды одевали, мама нас нарядила, шила сама тоже. И мы сами тоже сейчас вот сами шьем потихонечку. После традиционных обрядов гостей ждал праздничный концерт. Чрезвычайно зрелищны были спортивные состязания, в которых богатыри стремились показать свою ловкость, силу, красоту и сноровку. Интерес вызывали и традиционные творческие конкурсы праздника. Один из них – конкурс национальных костюмов. В свободное время шью для своих девочек. В семье у нас где-то человек 20 из них. 18 уже в якутских костюмах. Сильны национальные традиции. И, наверное, главный показатель популярности праздника в том, что на нем очень много молодежи. Гордятся, что живут в самой большой многонациональной республике. Марина Крутихина, Сергей Счастный, телеканал «Алмазный край».